Курганской области продолжаются трехдневные дни голосования на выборах в Государственную Думу. Я полагаю, что, конечно же, трехдневная процедура выборов, она очень удобна для избирателей, потому что раньше, когда нужно было за день проголосовать, либо выходной, у гражданина был, что называется, выбор либо на дачу, да, либо до осени. Заниматься своими делами, либо избирательные участки. А сегодня я считаю, что законодатель, ЦИК сделали абсолютно правильный выбор, подготовили правильный формат, когда можно в течение трех дней выбрать там по участке, по объекту на удобном для вас избирательном участке. Можно еще и взять укрепительный талон и проголосовать нужным образом. Я считаю, что все сделано очень правильно. Активность нормальная. В Зауралье в первый день голосования пришли на выборы почти 20% избирателей. Глава области Вадим Шумков также отдал свой голос в первый день выборов. Его участок – дворец детского и юношеского творчества в Кургане. Губернатор отметил, что важно голосовать для того, чтобы формировать собственное будущее.